Всем доброго времени. Сегодня очередное радостное событие произошло, если можно так выразиться, реинкарнация. В каком-то из видео я рассказывал про то, что было у меня, да и показывал, в общем, о том, что потерялась у меня одна гильза из коллекции, причем видео я про нее снимал 8 декабря 2016 года. Посмотрите на канале, если интересно. Вот, и пропала она у меня из коллекции интересным образом. Я для того, чтобы снимать, выставил на столе и, не убравши, пошел, ну, в общем, оторвали, вынужден был уйти, скажем так, и вернулся, в темноте там шарил и клацнуло, что-то упало и куда-то там поскакало, улетело по полу. Включил свет, искал, так и не нашел. Потом только по, как бы, другим гильзам вычислил, чего у меня не хватает. Была она в состоянии очень таком плачевном. Ну, а вот произошло радостное событие. Купил, ну, такой, за 14 юаней штук 12-15 разной капонины. Вот, то есть, очень недорого. И среди них вот даже неожиданно, понятно, что фотография была, но неожиданно вот таким вот образом купил и гильзу. Сейчас вот она у меня с пулей в макете, про нее немножко отдельно скажу. Она у меня и в прошлом видео фигурировала, которая от, как я там, 8 декабря, да, 16 года. Вот, соответственно, и там вот обнаружил, на радость, на удивление, может быть. Ну, я рассказывал о нем, просмотрел видео специально, то, которое я раньше снимал. И захотелось показать кое-что, чего я в прошлый раз упустил. Дело в том, что, несмотря на свой типоразмер 9 на 23 мм, эта гильза несовместима и не входит в семейство гильз, основанных на основании 9 на 19. Ну, точнее, на самом деле, на основании 7,65 Борхард изначально. Ну, у меня оно в виде ТТшки нашей. Но не сильно они отличались. Вот, я надеюсь, видно, что у нее основание гильзы чуть-чуть меньше. Вот насколько можно это отобразить. Можно попытаться сбоку это снять. Ну, сейчас заодно и попытаюсь. Видно, да? Вот как бы они сейчас лежат просто на одной поверхности, я немножко сбоку снимаю, чтобы видна была разница. И вот она таки видна. Интересно, занимательно, мной не рассмотрено в предыдущем видео. Вот. Гильза, пуля вставляется очень так приятно. С одной стороны плотно, с другой стороны не надо забивать. На удивление, я стал думать о том, что, ну, скорее всего, действительно это отсюда пуля. Сейчас я ее достану, потому что одной рукой в кадре я этого не смогу сделать. Ну и вот, извлек я. Пуля эта уже у нас фигурировала, как я и говорил. Ну, покажу гильзу подробнее. Гильза по клеймам. Это у нас Селье и Бело. Вот внизу, как видно, 1916 год. И шестой месяц. То есть это Первая мировая. Пистолет Штейра. Ну, я его покажу чуть позже. Я его, в принципе, уже показывал. Вот. И, как мы видим, бердановская система воспламенения с двумя отверстиями. Гильза латунная. Вот магнитик наш любимый. А пуля вот пока не знаю я чья. Она не магнитится. И в связи с этим, в общем, не все так просто. Вот. Ну, положу сразу уже в кадре для сравнения маузеровские 9х25 маузер. Положу в кадр еще 9х19. Тоже для масштаба, для сравнения. Патрон мощнее процентов, ну, больше, чем на 20, чем 9 на 19. Вот. Ну, характеристики есть и в прошлом видео об этом. Так что вот такой вот. Ну, а сейчас покажу вам немножко свои подозрения, почему пуля именно отсюда.
То есть именно со Штейра. Вот. Вот он наш любимый сайт. Munición. Орг. Испаноязычный. Вот, с очень хорошей коррекцией, подборкой. Ну и пойдем смотреть. Вот пистолет Штейрманлихер. Все, просто Штейр. Вот такой вот он. Красивый по-своему, интересный. Ну, мы о нем уже не раз показывали. Или раз, не помню. Вот, но суть не в этом. Вот такие вот обоймы к нему. Напомню, пистолет с постоянным магазином. И вот пошли пули. Интересно, что у меня пуля, я думал, что она стальная с каким-то покрытием. Как вот здесь вот, допустим, латунированная. Я думал, у меня хромированная. Тут есть и такие. Вот, блиндада хромада. Кромада, не знаю, как правильно читается, хромированная. И уже вот сейчас пристальнее глянул на нее. И вот заметьте, сейчас я так заслоню остальное, чтобы камера сфокусировалась. Вот, видите, такой вот здесь вот, такое есть как бы изменение сопряжения. То есть, есть вот ближе к гильзе, от ведущей части, вон где нарезы заканчиваются. А есть еще посередине оживала. Вот оно, такая как характерная полосочка уже после, ну, такого долгого лежания в земле или где. Вот как-то это, скажем так, вырисовалось. И вот здесь видно тоже характерные вещи. То есть, вот и по форме. Сейчас. Видите, вот оно. Вот. Тоже есть это. Вот ее тут не сильно видно, но есть это вот переходик такой вот. Сопряжение характерно. Возможно, оно не только характерно для пуль, как бы, данного типа размера, но для данного типа размера, видите, по крайней мере, характерно. Вот. Соответственно, что дальше хотел показать. И вот, ну, на другой, правда, гильзе, точнее, патроне, тут уже с накаточкой он, но вот тоже, видите, вот оно характерно, это сопряжение. И вот второе сопряжение в ведущую часть. К ведущему части. То есть геометрия очень-очень-очень-очень похожа. Просто вот как бы... Ну, крайне похожа. Возможно, они использовали для снаряжения просто пули того же Парабеллума. Не исключено, потому что по калибру они совпадают. Вот, видите, и то в кадре с резкостью. Вообще красота. Ну вот можете сами посмотреть, оценить. Но вот настолько как бы похожа геометрия пули. Я думаю, это неспроста. Непростое совпадение. Поэтому думаю, что все-таки эта пуля, она все-таки от этого боеприпаса. Так что надеюсь, что это так. И вот пока что, значит, в коллекции у меня вот такая вот реинкарнация. И как-то вот так вот. И видите, такая форма пули характерна вот для разных. С разными там покрытия, с разными оболочками. Есть, конечно, небольшие исключения. Например, вот это вот. Тут, ну, может, это просто сохран такой, что просто ничего не видно здесь. А может и такое, видите, тут даже и крепление кернением оригинальное какое-то. Вот, поэтому тяжело сказать. Но, тем не менее. Вот. А может, это для сравнения Маузер здесь нарисован. Это вот ДВМ фирма производила. Ну, видимо, немецкий вариант. Так что вот такой интересный патрон. Сейчас я еще пулю покажу с разных сторон. Вот. Показываю пулю. И, соответственно, может... Кто-то знает, подскажите, может, кто-то сталкивался
Видите, вот такая вот донная часть у него, характерно вот так вот завернутая. Не знаю, с чего оболочка. Вот не просматривается здесь желтизна или какая-то медь или еще что-то. Вот очень похоже, что оболочка пули мельхиоровая. Вот у Мунисьона я не нашел про то, чтобы были мельхиоровые. Нашел про то, что были стальные, с покрытиями латунью или хромом. На то, что были латунные оболочки, но про мельхиоровую не нашел. Возможно, надо умется посмотреть. Невозможно, а надо умется посмотреть. Что-то я как-то этот момент упустил перед видео. Но в любом случае, гильза вернулась в коллекцию. Вернулась в гораздо более лучшем состоянии. Более в того, в собирабельном состоянии, если можно так выразиться. То есть, в пригодном к сборке макета. Вот. С клеймами такими вот симпатичными. Вот такие дела. Вот. Ну, понятно, не в идеале, но очень близко к нему. Геометрия целая, все красиво. Вот. Чистил каким образом? Помыл в воде. Ну и к этому склоняюсь и в дальнейшем. Последние все образцы именно так и делаю. Помыл в горячей воде с содой. Тряпочкой содообразимым не является. Ну, она была копана в землице, там и внутри землицы много было. Вот. И обжег дульце. Как я уже говорил, в газу до зеленого пламени. В результате пластичность ее не потеряна, не растрескался он, ничего. Хотя те, кто сталкивался, знают, что это весьма характерно. И бывает весьма и весьма обидно. Но тем не менее, вот 100 лет в обед, как говорится. 16-й год, сейчас 17-й. Вот такое вот. Так что вот такое вот радостное событие для меня в моей коллекции. Ну и опять же подсказывайте, если кто знает, что действительно, а вот такой вот хвост, да, действительно были. Вот, ну на этом все. Всем удачи. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности.